Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым боксом. Называется вот такое вот название, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываю денежку. Регистрация. Давайте я вам покажу регистрацию. Пишите имя, фамилия, логин, email, два раза пароль. Так, опускаемся ниже, нажимаем регистрация. Вам на почту приходит письмо. Переходим по ссылочке и подтверждаем адрес электронной почты. Далее попадаем в кабинет. Так вот он выглядит. Ну и здесь сразу же наша партнерская ссылочка. Читаем здесь всю информацию. Далее что? Ну вот это наша домашняя страничка. Опускаемся вниз, вниз, вниз. Так, сейчас. Да, вот. Наша здесь статистика будет. Ну и как бы тоже статистика. Далее, что у нас? Промо. Здесь у нас также партнерская ссылочка и два баннера. Переходим в сеттинг, указываем платежные реквизиты. Здесь у нас Perfect Payer и Bitcoin. Прописываем, сюда прописываем пароль, который указывали при регистрации. Теперь по заработку. Ну, здесь больше ничего нет такого. Здесь будет отображаться приглашенные по заработку. Я вот только здесь. Я никуда сюда не лезу. Есть форум. Если хотите, можно зайти на форум. VIF ADS. И здесь мы просматриваем коины. Собираем в коинах. Давайте коротенько просмотрим. Кликаем. Далее кликаем на красную вкладочку. Возвращаемся обратно. И загружается вот шкала. Теперь кликаем на зеленую. Все, нам зачет. Мы просмотрели рекламку. Таким вот образом, незатейливым, мы просматриваем рекламку. Здесь как бы тоже ничего такого нет. Здесь история. Дашборд. Вывод теперь. По выводу у нас. Что здесь по выводу? Мы здесь собираем коины. Коины эти конвертируются потом в рубли, доллары и евро. Нужно набрать 2500 коинов. Вот вывод минимальный. Это 25 рублей. Минимум на вывод. В долларах вывод 25 центов. И в евро также 25 центов. Вот такой вот букс. Кому интересно, присоединяемся. Вроде все основные моменты показала. А так тут уже погуляете. В принципе, ничего сложного. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.